Меня зовут Настя, мне 18 лет, и я приехала из Беларуси. Учебу в Польше мне посоветовал друг семьи. Он рассказал, как происходит здесь учеба, как здесь хорошо, и я тоже захотела учиться в Польше, тоже сюда поступить. Учиться в Польше мне посоветовали мои друзья, которые здесь учатся не первый год. Рассказали, как здесь хорошо, все сделано для студентов, и мы подумали с родителями, что я тоже должна получить европейский диплом. Подруга посоветовала мне фирму, которая может помочь с документами, все оформить. И потом, когда мне уже нужно было уезжать в Польшу, мне позвонили с фирмы и сказали, что я попала в программу виз. Получается, у меня хорошие баллы аттестата, и я получила довольно-таки хорошую скидку на первый год учебы. Записалась в университет онлайн. Это оказалось несложно. Со мной связались работники ВСБ, и потом они мне рассказали, какие нужно собрать документы. Я учусь на факультете туристика и рекреации первый год. Через два года у меня будет европейский диплом. Я надеюсь, что я смогу найти хорошую работу и устроить свою жизнь в Европе здесь. Я учусь на факультете управления. На первом году у меня есть такие предметы, как экономия, математика, финансы, очень много экономических таких предметов. Ну, сложновато, конечно же, но если учиться и знать, что тебе пригодится в будущем, то все это будет легко, и главное — поставить себе какую-то цель. Мне очень нравится учиться в ВСБ, потому что он очень красивый, современный. Здесь работают очень добрые и приятные люди. В группе учатся у меня тоже замечательные ребята, и украинцы, и белорусы есть, ну, конечно, поляки. Всегда помогут, подскажут, преподаватели так же самое. Всегда могут помочь, и поэтому мне приятно здесь находиться. ВСБ мне нравится тем, что здесь все сделано для того, чтобы студент чувствовал себя комфортно, чтобы ему было легко учиться. Преподаватели очень лояльно относятся к тому, что ты иностранный студент, они хотят тебе помочь. У меня есть время на работу, работаю здесь в ВСБ, в кафе, и работаю по субботам и воскресеньям, и это тоже не занимает много времени. В ВСБ очень хороший график занятий, можно так сказать. Я легко совмещаю учебу с работой, учусь 2-3 дня в неделю, и все остальные дни у меня свободные. Я могу работать, как-то потратить время на себя, но в основном работаю. Мне очень нравится Торунь тем, что у него очень необычная архитектура. В Беларуси такого нету, и поэтому, когда я сюда приехала, я была очень удивлена. И очень была рада, что я живу в таком городе. Это город студентов, в нем полно студентов, и очень много развлечений для студентов, и ты можешь везде найти себе какое-то место, какие-то развлечения. И здесь тебе точно не будет скучно. Многие мои подруги, знакомые спрашивают меня, сложно ли мне здесь учиться на польском языке. Я им говорю, что нет, потому что учителя, ребята с группы могут всегда помочь. И при том у меня всегда с собой есть мой телефон, где есть переводчик, словарь. И если мне что-то непонятно, я себе могу перевести. Ну и, конечно же, все пойму и учусь дальше. Когда я закончу учебу в ВСБ, мне бы не хотелось возвращаться домой. Я бы хотела бы найти работу где-то в Европе и построить свое какое-то будущее здесь. Я очень рекомендую всем молодым людям поступать в этот вуз, потому что здесь сделано все для нас. И я думаю, что по окончанию вуза у меня будут большие перспективы в жизни.